Всем привет, уважаемые зрители, с вами Такс и Филиппин, и мы сегодня открываем кейсы в CSGO, а где же еще? Здрасте. Братон, я открываю последний, выбираю предмет и нажимаю использовать ключ, и давай, коллег, рулеточка крутится. Коллег. Но горелка Бунзена. Ну и какой, Максим, ты хочешь открыть следующий кейс? Пожалуй, я тебе второй выбор оставлю тоже тебе. Прорыв давай. Какой? Второй. Вот этот, или вот этот? Думай сам. Я знаю, что вот этот. Да и чё, их тут? На самом деле, что-то скопилось. У тебя их, да, накопилось до хера. П-90 азимов, вот да, это валит. Это, Леха, чисто вот твоя же пушка лучшая, бест, просто смотри, П-90 азимов. Не надо мне тут шутить. Шутить. Я выбираю слоновую кость и хочу еще раз открыть прорыв, потому что он мне тонко намекает, что эти сундуки давно лежали, и, пожалуй, ты должен их открыть, человек. Я, то есть, да? Человек. Человек, статтрек. Человек-статрек, смотрите, в кинотеатрах пустынные атаки. Ну, это страна может быть такая какая-нибудь. Феникс, пожалуй, еще бабахнул. Да, у тебя тут целые, это, катакомбы, блядь, запасы. Запасы, да, знаешь, на 30 серий вперед. Никому не отдал свои сундуки, стоп. О-ля-ля-ля, стоп. Нет, становись, антиквариат, сколько стоит? Из нее можно азимов, насколько я помню, скрафтить, да. Прямо с завода. Посмотри, сколько стоит, реально, мне даже стало интересно. Ну, сейчас посмотрим. Это что это такое маленькое? Это получается 4К. Здорово, удобно вообще, да, Леша? Я-то все отлично вижу. 300 рублей стоит она. Так, ну и хрен с ним. Какой кейс ты хочешь открыть? Открывай любой, мне вообще насрать. Это жизненная позиция просто, по жизни. Ну я открою фальшн, потому что тебе с него нож падал, и мне действительно, логически подумав, ну вот оно, Лёша, вот оно твое элитное. Нет, человек статрек нам прибежал, уже 2 статрека, это рекорды вьем. Но тут я надеюсь, знаете, на что? На азимов, естественно, и на редкий, особый нож. Это... Денег это, стоит, ну, страж. Кстати, страж, да. Страж стоит денег, да, ну, мы элитные. Не снаряжение мы элитное, а элитные. Кто мы нахрен элитные? Элита это серый, как бы, Я не могу, так ты. Я забыл слово, ребят, и, в общем-то, проехали, неважно. Мы открываем следующий сундук, из которого нам падает... Хорошо, что не капрал. Если бы он был с наклейкой, вой, то я бы еще забрал его, а так он мне не нужен. Какой, Максим, сундук ты предпочтешь открыть? Давай-ка первый фальшин. Так. И? И первый фальшин, предпоследний. Первый предпоследний, зашибись. Максим, это так? Это стайл, как говорится, Олега. Потому что он постоянно так. Бунт. Ну ладно, я еще один фальшин бабахну. Открываем, раскрываем. А если так сделать? Бунт. Лёха, ты заколдовал, что ли, или что? Я не знаю. Не надо. А может быть, смотри, надо перед каждым открытием кейсов, короче, вот то есть не открывать. Сайрекс. Сайрекс. Катись дальше, сука, чё ты останавливаешься? Катись, кляч, катись. Старая пердунья не перекатилась, ну ладно. Прорыв. Давай. Сейчас, подожди. Нож бабушка. Бабушка, нож бабушкин. Бабушкин нож. Баба. Да, пустынная атака тебе. Как лака. Как пустынная клака. Что? Пустынная клака. Какой Макс откроешь? Я не знаю. Ну, выбирай, их так много. Вот зеленую эту залупу давай. Хорошо. Открываем, выбираем. Нож, бабочка! Бубочка. Нож, бабочка! Бабочка. У тебя псайрекс! Нож, бабочка! А, все, уже поздно, да, ну ладно. Это просто вот, вы понимаете, что вот как бы мы вообще вот 5 утра, здорово. Не важно. Ребята, короче, смотрите, каждый ваш лайк увеличивает шанс выпадения мне крутой пушки из кейсов на 0,01% каждый лайк, ребята. И теперь, прямо сейчас, братон, Бубу, ты... Ставишь этот засунный. Феникс, открывай, пиздуй давай уже. Лайк, Максим уже сказал. Видимо, его команда должна сработать. И блядские угодники, ну что тебе даже... Щекотливые кейсики. Я могу еще раз посмотреть, что там пролетало. Ну, это, только я умею это делать. Это репит, это почти, это репит или что? Можно, да, посмотреть, как пролетает. То есть, если тебе выпал нож, а ты не успел записать, ты нажимаешь эту хрень. И ты снова смотришь, как он тебе выпадает, прикинь. Вот, я так
придумал, прикольно, но мне нож не выпадает, и, сука, я не могу так делать, о, хотя бы крутые по 90 пролетели антиквариаты там, да? Блять. Извиняюсь, это прям да. Я понял твои эмоции уже, что тебе выпадает, как бы, я бы тоже самое, да любой бы человек, господи, так же бы. Да, когда кейс стоит 200 рублей, на эти 200 рублей ты можешь, в принципе, питаться, считая, учитывая задротский стиль жизни, сидя на месте, ты не тратишь калории, энергию, тебе бы хватило 200 рублей на пропитание, да еще бы на донат, наверное. Да просто к розетке подключаешься, и все как бы можешь. Да, мы геймеры такие, подключились к розетке, мы люди простые, они любим, мы когда нам не выпадают крутые пашки, потому что последний кейс там остается, ребята. Поддержите Лешеньку, да Лешеньку, а Лешеньку, давайте, ну же, так, это что за такое? Три подряд новый Леха, это просто комбо. Ново. Я так люблю ново. Пойду обмажусь ими этими новыми. Короче, пацаны, мне в КСке ни хрена не выпало. Я вернулся, как всегда, открывать на сайт. И смотрите, через 3 минуты завершится какой-то суперприз. Мне вот интересно, тут написано, что выиграть можно нож, открывая кейсы. И поэтому, знаете, что я буду делать на сайте? Открывать кейсы. Да, Максим. Логично. Нож-бабочка, смотри, как я и хотел, я не знаю. Открываем кейс. 395 рублей. Крутится рулетка, тратится лавеха, а выпадает нам что, ребята? А там полный бубу. Ой, я... твоя любименькая подошла. Да, как 229. Ну, тот да. Момент, когда 229. Ой. Ну ладно. Я прибавлю 20% к шансу. Не знаю, почему не 30, но 20, но мне, потому что желтый свет больше импонирует. Поэтому рулетка крутится снова, да? И выпадает... Да ладно. Эти два ножа были... Что? А что она такая дорогая? Нет, она реально дорогая. Охрененно, слушайте. Я про чё... Подожди, она реально дорогая. Я мысль чуть не забыл, которую должен был хотел сказать. Прошлый кейс открылся точно так же, вроде два ножа были по бокам. Нифига себе совпадение на самом деле. Ну ладно, засекреченный открываем. 30% добавим. Походу реально работает эта кнопочка. Но 30 рублей сжирает зазря. Засекреченная, давай. Все надежды на тебя. Орион выпадает. Это где-то рублей 500, слушай. 800. О. У меня аж левая рука. Ох, как ты, я угадал. Ну ты бубу, слушай, ты в копеечку чуть еще не уложился. Я как бы калькуляцию копейка, провел. Копейка, рубль, будущий бухгалтер, милый мой бухгалтер. 10% шанса, что нам выпадает снова. Я бы обрадовался, если бы еще раз офигенная пушка выпала. Знаете почему? Потому что в КСК кейсы, что, ну продам. Продавай это говно, так, конечно. Так, сколько у меня там еще осталось-то? 755. Так мне еще хватит на тайное. Да, пожалуй, тайное открою. Это самый дорогой кейс, если что, если кто не знал. Ну, давай, крутись. Мне нужно купить те деньги, которые я вложил... Та-та-та-та-тан. Ладно, закрою сразу. А, можно было нажать прототип. Блин, ну ладно. А еще запрещенку крутанем. А, нет, можно, слушай. Ну, продавай. Что? Охренеть. А почему как так? А, это прошлая кнопка, 130 рублей, это не вот, это не эта пушка стоит, эта пушка дешевле стоит. Так. Так, ну давай посмотрим. Нет, выпадает какая-то хрень. B250. Слушай, я что-то, я вот думаю, купил ли я, не купил. По сути, потратив на эту серию 5 косарей на КСК, еще на сайт, ну не знаю, что-то не окупается. Ну на сайте ты почти в ноль ушел. Да, я ну даже... да, просто покрутил лавеху, скин забрал. Ты вышел в плюс, ты в плюс, у тебя считает, да. Действительно, да, у меня Орион еще есть, я про него совершенно забыл. Ну, еще плюс не забывай. Хотя бы не в так жестко просрался, как сейчас, допустим, какую-то хрень получил себе за 93 рубля. Ну, относительно 216, мы можем открыть ширпотреб. Нет, запрещенное, ребят. Если оно запрещено, вы сами знаете, запретный плод сладок, а мы сладкие. Сладкие. Мы сладкие, просто хэштег. 300, слушай. Ну да, нормально, забирай. Забирай. Я продам, да в сраку мне, да в сраку. 395, подожди. Ну ты можешь открыть этот... Ну я не знаю, что там не так. Ну короче, хрен с ним. Видимо, заберется само по себе. Итак, мы пришли забирать свои трейды. Я посмотрю, какие пушки я все-таки забрал. Так, дайми я не забрал злобного. Ну и хрен с ним. По 90, азима, в первую не, очередь. Не, ну в любом случае. Ну хоть на сайте ты отбился. Ну я подумал, так, знаете что? Как всегда, я разыграю эти пушки. И главным призом у нас будет вот это замечательное. Кровь в воде. А кровь в воде с чем ассоциируется? С невыпавшим драгонлором. Да, у вас почти что драгонлор, но вы просто скажете, что вы потратили, допустим, ну...
что там, М-ка, да, рыцарь, и вам выпала кровь в воде, и все подумают, а, он же такой крутой, он 30 тысяч потратил на эту кровь в воде, она не мне стоит. Мне кажется, сейчас дороже стоит, сейчас будет. Ну да, ну да, где-то так, ну неважно, неважно. Ну это да, это уже вы можете с этой пушкой рассказывать всем офигенную историю, как вам не выпал Dragon Lore 50% шансом, что вы потратили очень много денег. Знаешь, Лёха, то самое чувство, когда человек так начинает рассказывать, да ладно, я у Лёхи видеоролик, я знаю, что ты там мучишь. А, да, надо, сами бы догадались, ну и все, короче, я оставил бы без схемы, но все равно пушка дорогая, 2 косаря стоит. Почему бы не выиграть? Для этого просто переходишь по ссылке ниже, там мой паблик, ты на него подписываешься, условия там немного их, ну выполняешь, да, репост делаешь. А вдруг выиграешь? А вдруг заберешь? И она будет твоей, так же, как ладно, по 90 азимов. Ладно, я скажу, пока сделаю, короче. И... репостик. Орион. Да, Орион. Забрали все пушки. До свидания. Это был Open Case с Филиппином, с Таксом. Пока, Галактика.